Здравствуйте, компания Прогресс Авто и обзор мини-трактора Mitsubishi MT20 с куном. Полноприводный тракторочек Mitsubishi. Компактный достаточно, с хорошей мощностью. Приехал к нам в наличие. Шины по износу практически не тронутые, то есть остаток максимальный из возможных. Трехточечное навесное устройство. Обращаю внимание, что центрального винта в комплекте нет и не будет. Либо отдельно докупать, либо, соответственно, просто покупать без него. То есть мы не даем в комплекте центральный винт, если его не пришло с Японии. Гидрорегулировки горизонтального наклона присутствуют. Шины, опять же, идеальные. По левой стороне трактор также комплектен, цел. Все гидроцилиндры сухие, гидролинии также целые, еще родные. Соответственно, узлы шприцевались. Ковш расширен в Японии. То есть вот так вот он выглядит. Здесь это все расширение. Все это сделано в Японии. Видно, что стандартный ковш, вот граница его. И, соответственно, к нему добавлено, доварено расширение ковша. Видимо, под снег использовался он. Мордочка вся также целая. Покажу отдельно, дабы не было вопросов. По самому трактору. Наработка 826 моточасов. О чем как раз свидетельствуют шины. В принципе, общее состояние трактора. Трактор достаточно целый. Собственно, весь его запуск. Все прекрасно работает. Холосты, все поднимается, опускается, естественно, работает без проблем. Сигнал сигналит. Коробка переключения передач слева. Справа у нас все регулировки по ферзе, по навесному устройству. По низу у нас раздатка и, соответственно, вал отбора мощности. Газ вот так интересно расположен. Двигатель прекрасно работает, прекрасно отзывается на газ и, соответственно, не дымит, лишних звуков не издает. Поэтому вот такой тракторчик у нас есть, Mitsubishi MT20. Приезжайте, Прогресс Авто.